Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы поиграем в необычную игру. Это продолжение нашего сиреноголового персонажика. Да, ребята, вышла реинкарнация сиреноголового. Довольно-таки интересный плейс. Мне он, в принципе, понравился. И надеюсь, что он вам тоже понравится. Если вам понравится эта новая версия, обязательно поставьте лайк. Для того, чтобы я знал, стоит ли выпускать продолжение. Ну а сейчас смотрим. Обалденная, кстати, графика. Мне очень понравилось сначала. Согласитесь, как для Роблокса немножко непривычно. Музыка красивая. Дерево. Как-то мы так проехали. Как-то мы опасно посередине дороги едем. Итак, сирена головой. Реинкарнация. Какой-то звук. Ага, походу, ребята, мы попали в дорожно-транспортное приключение, и наш автобус разбился. Я так подозреваю, что водитель, скорее всего, просто заснул на дороге, и мы сейчас попадаем в непонятную местность. Так, тут что у нас? Машина шерифа. Какие-то забытые машины, заброшенные. Я смотрю, что автобус не первый наш, кто здесь что-то сбивал. Вот знак кто-то сбил. Я решил отправиться в дом, может, здесь кто-то нам поможет. Так, интересно. Ого, это оказывается еще и дом шерифа. Но для того, чтобы открыть дверь, нам нужно чем-то ее сломать. Возможно, какая-то палка, возможно, лом, возможно, топор, не знаю, что-то подходящее. О, рыбалочка. Ну, короче, ребят, я пойду рыбку пока половлю. Так, ладно. Написали, что Саша Бро нашел молоток, и он взломал дом. Что-то я не понимаю теперь, как сюда попасть. Такой звук был, типа окно где-то разбилось. Может, через подвал? Нет. А, все, получается. Через центральную дверь захожу, и давайте исследуем дом. Ой, что-то меня выкинуло. Эй, что за шутки? Верните меня обратно. Так, кухня. Комнатка шерифа, судя по всему. Какие-то у него трофеи стоят. Угу. Я так подозреваю, что здесь ребята уже понаходили и ключи от машины, и все остальное. Поэтому тут вряд ли я что-то смогу найти. Так, это спальня и сломанное радио. Хорошо. Так, тут что-то сломанное, какая-то дверь, и здесь куча документов. Интересно, кто взламывал комнату шерифа? Какие-то кубки у него, наверное, был какой-то спортсмен. Стул перевернут, все как-то очень странно выглядит. Такое чувство, что кто-то сделал нападение на дом шефа полиции. Окей. Короче, ребята, шерифа мы здесь не обнаружили, и сейчас нам нужно выбираться отсюда, и для этого нужно найти 5 или 4, сколько там, 5 вещей для машины. 3 из 5 мы уже нашли, и нам нужно что-то как-то искать дальше. Так, написано, что 11 минут остается до, я так понимаю, автоматически, да? Если мы за 11 минут ничего не найдем, то автоматически нас отвезут куда-то дальше. Наверное, на этой машине. Так, ну хорошо, давайте смотрим окрестности. Кстати, ребята, вот здесь вот есть тотем. Я пока не буду вам показывать, где именно, если вы еще не видели. У меня Кэдзер собирает, он говорит, там сколько-то 8 или 9 тотемов в игре нужно собрать. Вообще она довольно-таки большая. И, конечно же, за один выпуск я не смогу все показать. Поэтому, ребята, сегодня я покажу все, что успею. О! Нет, это грибочек. О! Я нашел канистру с бензином. Отлично. Продолжаю поиски. Так, что у нас тут еще есть? Это наш автобус. Так что сегодня покажу, сколько успею. Ну а если вам понравится, если будет много лайков и просмотров, то тогда сразу же запишу вторую часть, где покажу вам, где искать оружие, где искать тотемы, ну и всякие разные другие секреты, которые найду к этому времени.
О, вот оно, в колесо. Точно. Там, кстати, обратите внимание, была пробитая шина. Поэтому нам понадобилось новое. Так, все, теперь нам нужно, видимо, возвращаться к этой машинке и можем теперь уже на ней ехать. Нажимаю, и все, через 30 секунд мы отправим. Смотрите, как новое. Ой, я только сейчас заметил, что там огромное пятно. Короче, лужа крови. А куда же делся шериф? Тела-то нету, но есть кровь. Ой, ребята, ладно, не буду в догадках мучиться. Давайте лучше посмотрим, что будет с нами дальше происходить. Фух. Пишется о том, что нужно следить за дистанцией. Если мы слышим сиреноголового, значит он близко. Но это и так понятно. Короче, нам нужно поехать дальше. Возможно, мы сможем найти помощь. Мне бы лучше хотя бы какое-то оружие найти, было бы неплохо. Так, мы куда-то приехали. Возможно, у нас уже закончился бензин. Север Девилс. Welcome to Север Девилс. Очень красиво, закат. И мы попадаем в какую-то новую локацию. Так, что мы видим? Мы видим вышку. Здесь я могу просто делать светлее, темнее. Ступеньки. Пока ничего интересного и полезного я не нахожу. Нам надо забраться на эту пожарную вышку, как ее называют, и там мы сможем отдохнуть. Также, возможно, мы сможем там найти фонарики, либо же оружие, короче, что там можем найти. Так, что-то я упал. Эй, я запутался. Эй. Короче, поднимаемся наверх и будем смотреть, что будет происходить дальше. Я очень мало поиграл в первую часть. Я помню, что в первую часть, когда мы играли с Альбертом, там уже какие-то ужасные бегали создания, они нападали на меня. Также там были еще какие-то военные. В этой карте пока все тихо, никого не находим. Так, а это что такое? А, это генератор. Понятно. Генератор, походу, не работает. Так, ладно, поднимаемся еще выше. Вау, тут целая комната. Ну, действительно, тут можно и пожить. Шалфетки, ножики. Так, ладно. Что нам дальше делать? О, я нашел фонарик, это хорошо. Двери, записки, но все не читается. Так, нужно починить, я так понимаю, генератор. Find the watchtower. Короче, нужно найти генератор где-то. Нашли генератор, но там не хватает каких-то запчастей, которые нужно будет найти завтра. Ну что ж, отправляемся спать. И слышим какой-то ужасный звук. Звук сирены. Что-то приближается. Какие-то взрывы происходят. Трясется трава. Трясется земля. Видимо, это и есть сиреноголовый, который идет к нам. Ребята, что-то мне уже становится страшно. Так, давайте спускаться. Аккуратненько. И я хочу найти оружие. Так, ну хоть с фонариком хоть не темно, хоть видно, куда бежишь. Ой. Слышали звук? Какой-то звук был. Кажется, это сиреноголовый. Да, вот он! Убегаю! Ничего себе, он меня бьет! Нет! Все. Я труп, ребят. Пока, прощайте. Так, он решил меня не добивать. У меня буквально немножко ХП осталось. Арси уже где-то винтовку нашел. Так, я боюсь отсюда даже выйти. Арси куда-то стреляет. Но судя по тому, что здоровье не отнимается у сиреноголового, то Арси промазывает. Фух, неожиданно как-то он подкрался к нам. Вот там он бегает. Он нападает. О, наконец-то, видите, потихонечку уже ХП у него начало отниматься. Видимо, Арси уже попадает. Так, ребят, я хочу найти оружие. Смотрю, тут мишка какой-то лежит, еще какая-то непонятная ерунда. Так, надо срочно найти оружие.
Срочно, просто очень срочно нужно найти оружие. Я знаю, что здесь можно найти револьвер, можно найти винтовку. Но пока я играл, я этого всего не находил. Отправляюсь куда-то, сюда ведет дорога, я вижу. И давайте посмотрим, куда она меня приведет. А привела она меня к вот этому заброшенному дому. Подхожу ближе. Swan River. Угу. Короче, это госпиталь для душевнобольных. Все заросло. Сломанная ограда. Статуи. Так. А, тут кого-то убили. Смотрите, тело лежит. И какая-то непонятная штука. Я не могу ее подобрать почему-то. Тут явно какой-то солдат был. Его убили. Что здесь произошло? Смотрите, какой-то глюк идет в карте. И я проникаю дальше. Вход. Давайте попробуем зайти. Интересно посмотреть, что здесь будет. Сиреноголового мне вообще не хочется встречать, поэтому я решил исследовать этот заброшенный психический... Этот заброшенный госпиталь. Так, подожди, это живая? Нет. Какая-то скульптура стоит. Так, ну что, тут все пусто, и не знаю, какие-то ячейки. Вот на морг похоже, если честно. Тут пройти нельзя. Она прям как статуя тут стоит. Кто ее сюда поставил? Ну ладно. Так, здесь у нас тележки, все ржаво, видимо, этим госпиталем давно не пользовались. Я понимаю, что это все-таки психушка, да? Ой! Опять ты, женщина, ты меня пугаешь. Ты хочешь не настоящая, но меня пугаешь. Так, какие-то непонятные гадости. Не хочется их руками брать. Так, смотрите, пианино. А, оно само играет. Что происходит? Какое-то чудное место. Пианино само играет. Какая-то женщина, статуя повсюду. Что-то здесь нехорошее произошло. Я прям чувствую. Так, здесь тупик, да? Ладно, давайте поднимемся на второй этаж. Я видел лифт где-то здесь. О, Fire, привет. А, вот, вот, поехали. Посмотрим, что на втором этаже. Так. Здесь рецепция какая-то. Музыка играет. О, опять эта женщина стоит. He is stereo. Ой, смотрите, она пропала. Она только что здесь стояла. Куда она делась? Не понял. Эта статуя пропала. Что происходит? А, тут так можно зайти. Короче, ребята, я решил убегать из этого дурдома, потому что мне это очень не нравится. Спускаюсь на первый этаж и пытаюсь найти выход. Так, ой. Опять это. Оно тут повсюду, просто повсюду. Пианино. Так, я здесь точно был. Да, она здесь тоже стояла. Где-то здесь был выход. Нет, не здесь. Вот здесь вот. Так. Так. Все, смотрите, выход, ребята. Я выхожу. Нет, куда же? Короче, ребята, это фейл. Я вышел из психушки и провалился под карту, поэтому так и не смог пройти до конца. Ну что ж, ребята, сейчас я вам покажу вторую концовку в этой игре. Всего в игре есть 4 концовки. Есть возможность найти тотемы. Есть возможность показать вам, где находится оружие и так далее. Если вас все это заинтересует, обязательно напишите в комментарии под видео, поставьте лайк, чтобы я понимал, что вам это нравится, и я тогда выпущу продолжение этой игры. Я думаю, она реально того стоит. Ну а сейчас я вам показываю секретную концовку, так сказать, номер 2. Все, что вам нужно сделать, это просто ничего не делать. Зайти в игру и 15 минут стоять на месте. Тогда вам напишут, что вы не починили вовремя машину, и он идет за вами.
«Беги!» Что я, собственно, и делаю. Убегаю, но понимая, что от него сбежать мне не удастся. В любом случае, вы получите бейджик за прохождение второй концовки. Как проходить другие концовки, смотрите в следующих видео, если вы этого захотите. Ну а пока на этом все. До новых встреч на канале Red Cat и канале Red Cat Robux. Всем пока!